на сегодня день здоровья по всем образовательным учреждениям Солнечногорского района, и наша школа тоже в этом участвует. Сегодня день здоровья в нашей школе, это традиционно началось с утренней зарядки общешкольной. Ну и традиции мы свои поддерживаем. Всегда в день здоровья в нашей школе проходит турнир по волейболу между учителями и учащимися нашей школы. Игра очень интенсивная. Я, правда, болею за учителей. Вот, но ученики тоже не сдаются, и сейчас вот мы можем посмотреть по счету, даже опережает учителей. Когда ты смотришь сейчас ребят, и когда ты смотришь учителей, ты невольно вспоминаешь себя в детстве. Я буквально с самого нашего начала разговора сказал, что для меня спорт – это очень важно, это главное. Я с ним родился, я встал на коньки в первом классе, а волейбол был всегда в школьной программе. Баскетбол, волейбол, футбол был всегда в школьной программе. Поэтому я вспоминаю, когда мы играли сами с учителями. Поэтому я сейчас получаю огромное удовольствие, наблюдая за этим матчем. Сегодня у меня появилась возможность помогать финансово. Я это делаю. Сегодня мы в этой школе уже сделали теннисный зал. Там играют в теннис, ребятки. Есть перспективы на этот год. Поэтому все только начинается. Игра была очень интересная, особенно против таких опытных игроков, как наши учителя. Мы на самом деле не думали, что они настолько опытные. И на самом деле, если бы еще чуть-чуть, мне кажется, они бы нас выиграли. Но, наверное, то, что они все равно таки остаются спортивными, даже в такое время, это очень-очень хорошо.